А на Роменському мосту в Сумах ланцюг єдності на честь Дня Соборності утворили учні та викладачі училища району та учасники збройного конфлікту на сході України. Это еще раз доказывает то, что у нас Украина единая. И как у нас привыкли говорить о молодежи плохое, это еще раз доказывает, что у нас молодежь отличная.